Культури області просить тегельчан зняти свій талант на камеру. Стартував відборочний тур конкурсу авторської пісні «Візьмемося за руки, друзі». Він посвящен Булату Акуджаві. Основний етап состоїться в Нижньому Тагілі уже 17 мая. Сейчас идет первый тур отборочный. Он продлится до 7 апреля. То есть те, кто еще не подали заявки, необходимо подать эти заявки. В конкурсе будет 3 номинации. Это артист-исполнитель, солист и ансамбль. Соревноваться исполнители будут на открытой площадке музея-заповедника. Победители получат денежные призы и ценные подарки. Для участия нужно заполнить анкету-заявку и отправить демоверсию конкурсной программы. Материалы ждут в Свердловском государственном областном дворце народного творчества до 7 апреля.